Лаборатория Ильшата Аминова создана на базе кафедры телевещания и телепроизводства КФУ по инициативе ректора университета Ильшата Гафурова. Основам телевизионной и журналистской деятельности студентов здесь обучает мастер своего дела, выпускник КФУ и уже генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Для будущих корреспондентов и ведущих здесь предоставляется большая площадка для развития, студия звукозаписи, профессиональную аппаратуру. И на будущее развитие у института уже есть свои планы. Леонид Григорьевич Толчинский, с которым я сегодня общался, он рассказал мне о планах, которые сегодня стоят перед институтом. И я очень рад, что здесь будет организовано огромное оборудованные производящие студии, где можно будет сделать программы любого уровня, включая ток-шоу, включая различного рода аналитические программы даже. Лаборатория Ильшат Аминов делится реальными историями своего карьерного роста, готовит студентов для работы на серьезных телеканалах, чтобы они могли сразу включиться в производственную практику. Директор телекомпании строго подходит к вопросу навыков журналиста. Журналист должен уметь брать интервью, правильно писать стендап, правильно монтировать, соблюдать определенные законы при монтаже, съемке, уметь излагать свою мысль и достигать необходимых результатов в сюжете. Всему этому учат студентов на специальности телевидения. А смогут ли они стать настоящими акулами пера, зависит только от них. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.